Покорительница неба, депутат законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко победила в чемпионате России по вертолетному спорту. И рассказала нашему корреспонденту Александру Куршеву, как ей удается совмещать работу народного избранника и полеты. Аэродром в Тверской области. Лучшие пилоты гражданской авиации России. Виртуозы вертолетных пируэтов. Несколько дней экипажи винтокрылых машин выполняют сложные задачи в небе на время. Побеждает экипаж из Новосибирской области. Наши новосибирские девушки, мастера спорта, Диденко Ирина, Гумбатова Светлана. По словам Ирины Диденко, пилота и депутата законодательного собрания Новосибирской области, в первый раз за штурвал она села ради интереса, но позже поняла, без неба не представляет жизнь. Ежедневные тренировки, физические и психологические перегрузки – все это закалило характер, позволяет решать сложные задачи и в воздухе, и на земле. Перед стартом я каждый раз вспоминаю свои выходы здесь к вам, на интервью, выходы на сессии законодательного собрания, на комитеты. Это очень похожие чувства. В областном парламенте Ирина Диденко отвечает за бюджет. Финансово-экономическую политику в настоящее время работает над законом о собственности. Сегодня ей вручает цветы и поздравляет председатель Заксобрания Андрей Шимкев. Законодательное собрание – такая гордость. Ирина Валерьевна, она в принципе у нас такой человек устремленный, целеустремленный, который добивается своих целей. А ведь такие победы – это черта характера, это надо работать. Кому кажется, что там слетала и победила, так не бывает. Мы знаем прекрасно, как она тренируется, что это стоит. Уже завтра Ирина Диденко вновь приступит к тренировкам. Впереди чемпионат мира по вертолетным гонкам. Он пройдет с 23 по 30 июля в Минске. Александр Куршев, Новости УТС.